Их ищут все. Несмотря на ежемесячная рубрика «Топ 100 песен Шазам» за сентябрь 2021 года. Не забудьте обязательно отметиться лайком и подпиской. Места для этого топа взять с официального сайта Шазама, поэтому он максимально точный и объективный. Так, значит, «Топ 100 песен Шазам» сентябрь 2021 год. Лучшие русские зарубежные песни. А, кстати, все песни из этого... Вот я, который изменится, жил 20. Да ты заеб... Удивлены. Да ты чё, блядь? Че? Дайте мне белые крылья, я уроди меня солнце золотое. Бля, ЛСП. А это что за дичь? Что, блядь? Вот этот предыдущий трек искали в сентябре? Я думал, Крамбэйби, блядь, тут Краймбрери, блядь, что это такое? Краймбрери. Мари Краймбрери. Фу, блядь, да ну тебя. Бебра. Чё, этим треком уже сколько... Много времени, почему их в сентябре только начали шазамить? Лёша, Лёша Свин. Чё это вообще за... Лёша Свик. Как бы Лёшей себя называть. Чё это за хуйня из 2005 года? Как? Чего? А почему? Почему это те треки ищут? Я думал, тут какие-то новые треки, а тут и старые бывают. А, из ТикТока? Бля, а здесь будет... Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Еба. Я пью водку, старый мир. Ой, еще ремиксы даже есть. Прикольно. Даже интересно, кто же будет на первом месте. Не надо нам BTS, пожалуйста. Хочу что-то новое, свежее. А, блядь, оно реально так пердит? Я за этим сюда и пришел. Блядь, что? Че за хрень? Оно реально так серит в ухе. 18 тысяч лайков. Ты говоришь, что я пьян. Да я сегодня пьяный. Бля, есть... О! Вина. Какая жизнь поганая. Ты говоришь, а, что я пьян. Да я сегодня пьяный. А ну налей бокал вина. Какая жизнь поганая. Я вот куплю, я плачу. Чего нахуй? Обсажусь, балдею. Балдею. И мне всего 16 лет. А я уже сидею. Я вот куплю, я план курю. Осуждаю. Обсажусь, балдею. Я осуждаю. А мне всего 16 лет. А я уже сидею. Опа! Тамбан где? Нет тамбана, долбоёбы. Опа, опа! Тебя я в парке целовал. Тебя я брал за плечи.
уже. Блин, долбоёб, и то 16, нахуй, осуждаю. Ты за плечи. Нормально. Так, тихо, блядь. Блядь, этому треку 1 020 000 лет. А шо? Бля, ну это зачем искать? Ну, бля, ну, блядь. Подождите, а мой трек в Шазаме будет определяться, который Майнкрафт? Если его, собственно говоря, попробовать найти. Он же на площадках загружен, соответственно, он должен быть тоже там. Проверить. Так я не могу! У меня телефон сдох. Проверьте вы. У вас Шазам есть, попробуйте включить мой трек и попробуйте его сканировать. Как раз сейчас накрутим эти самые... Ну, типа, вот эти вот штуки в Шазаме. И в следующем видосе топ 100 Шазам песен, я попаду туда. Ебать. Молодец. Работает? Находит? Да ладно, блядь. Ебать, я крутой, блядь. Да, нашло, есть, бро. Бро. Ебать. Прикольно. 179 Шазамов на нем. Ебать, 179 долбоёбов нашли трек. Зачем-то искали его. Ох, бля, я в ахуе, конечно. Так, ребят, ну давайте, нас сейчас 6 тысяч, давайте еще 6 косарей накрутим. А чё, реально же прикольно будет. Бро. Боже, это залупу кто-то ищет. Ё-моё, бля. Пишули, ебанутый. Я старше на год, ты пришел мой день, а значит надо. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Бля, это же мой трек старый про бегемотика. Охуели? А у меня даже не спросили разрешения, ну типа, бля, в суд подам. На-на-на-на-на. Ты кто, блядь? Что, блядь? Если ты не знаешь, бля, я в ахуе. Такие стрёмные ремиксы порой бывают. Да ладно нахуй. Что? Gangsta Paradise? А это каким боком вообще? Опять что ли ТикТок? С чего вдруг-то? Да. И что под этот трек там записывали в ТикТоке, даже страшно представить. Нет, с помощью ТикТок теперь можно воскресить любой старый трек. Да любой трек вообще. Ну, прикольно, чё. Да почему? Это же его вроде старый трек, если не ошибаюсь. Не, могу, конечно, ошибаться. Балуюсь листьем, сот моего став игроп он убийственный. Белки тоном краснее пресс. Ай, суета! Я думал, каравай, бля. Бу, Индия. Чё? А, бай, Индия, бля, ну, бу. Бур, бу.
как много сейчас между нами выпиться. Гринч, гринч. Ринж. Чего? Если скорость моя полный, наши Шамиль, Шамиль Смолян. Мне больше нравится, что тут в комментах пишут. Ты хочешь сказать, почему я искал эту песню? Потому что надо было, брат! Автор и певец этой песни должны сказать спасибо Мураду за такую рекламу песни. Поделиться надо по-братски. А, это же этот такси, который чел, что ли? Хуя себе он трек прорекламировал. Нормально, он молодец. Шамиль Смолян зовут его, но в жизни он простой. Ночь тайны все хранит, для многих он бандит. Ты жизнь прожил достойную, 100 лет еще живи. Шамиль Смолян, большой салам, девиз по жизни, жизнь ворам, всем пацанам, большой салам, пацаны, удачу вам, салам большой вам, жизнь ворам, бля. Асу, асу, ладно. Мне сказали, еще ремикс какой-то надо включить. О. Быдло, да не, ну ремиксы хуйня. Оригинал лучше. Охуенно тебе сделаю, братишка. Ай, бля! Суета! Чего, блядь? Чего, блядь, кто это? Блядь, не, ну я, конечно, все понимаю, но вот это вообще пиздец уже какой-то. Какая-то пародия на тракторы, на пародия на Мазы Коржа, что ли? Какие-то пуки-пуки-пуки, блядь, хай-пуки. Передам привет со дна, передам привет, я верю. Что, блядь, с трендами-то я не понимаю, а? Это кто вообще? Обиды и кофе без кофеина, слезы на свете. Смотри кавычки, сигарету спичкой и дотла сжигать. Я ждал всю жизнь сигнал любить. Я помню, она клялась в одну, но я не предам. Hey, just those bumming. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me. Братик. Че, блядь, скачешь-то?
блядь, я в ахуе. О, блядь. А чё так много ремиксов? Я говорю, ты не забывай, голос твой как ласковый май. Половина моя была... Блядь! Убаю! Да не, нормальные шмотки-то на самом деле, не? Я просто в них не разбираюсь. Bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger. Моё мысли на дне, не соло, все ушли один, это соло. Чё-то намутил, да-да-да, гордо уходил. Чё-то намутил, да-да-да. Нормальный текст вообще. Господи, меня вот этот трек тоже раздражает, блядь. Просто я играю в Майнкрафт, Эндермен. Хочет тут напасть. Да какой, какая стеклянная? Что это вообще такое? Обязательно загляни в мою группу ВКонтакте, где собраны все песни из этого видео. Также да ладно, BTS нет в топ-100. Вау, вот это ничего себе удивительно. Вот это нифига себе, вот это да, вот это вау. Fortnite? Че? Кого, блядь? Это, при чем тут эта песня Fortnite вообще? Обязательно загляни в группу. Опять стэты, да заебали, блядь, с этим тиктоком уже, если честно. Вау. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам.